нахожусь на море, в Черном море. И тут очень прикольно и интересно. Тут нужно ловить миги, медуз, рыбок, дельфинов, акул и все, что живет в море. И много-много всяких рыбок, маленьких, больших. Много вообще, что можно приварить на миг. Целое ведро. И, конечно же, самое веселое это посоревноваться с волнами. И с тобой тоже. Хочешь, я покажу, как это делается? Только я покажу только один раунд. Вот, смотрите. Сначала становится очень сложно, а потом мы на это сидим. Потом придет запах. Очень просто. Конечно, если ты попал под волну, то тогда гоу-гоу-гоу-гоу. И будет вот такое. Вы только посмотрите, вы же не хотели так делать себе. И смотрите, как это делается, как я вам не показала. Это очень интересная и прикольная игра. Если хочете, чтобы у вас были сухие ноги в этой игре, то тогда, пожалуйста, не делайте это. Нужно только посмотреть на мои ноги. И в песке, и в воде. Все понятно. И, кстати, будет очень скоро уже солнышко. Выйдет, нагреет море, будет все. Будут люди сюда приходить и купаться. Я сюда опять приеду. И я уже покажу не как поиграю в эту игру, а покажу, нужно нырять в волны, плавать в волнах и ловить миги и медуз. Но если я их... Но только если я их смогу словить. На этом видео уже конец. Поэтому ставьте лайк и подписку. И всем пока!